Всем привет, дорогие друзья, гитарист группы Злая 3, и это новая часть выпуска с чат-рулеткой. В этом видео снова разыграю 1000 рублей, либо бесплатный урок по гитаре от меня. Условия такие: подписаться, нажать на колокольчик, поставить лайк, написать любой комментарий и досмотреть это видео до конца. Условия конкурса смотрите в моем инстаграме после того, как это видео соберет 2000 лайков. Смотрим видео. Прям быструю песню, да, надо? Слушаем. Вот. Очень быстрая. Быстрая, здесь... да? Ладно, давайте пробуем что-нибудь медленное. Дорог. Но я не буду слушать, как ты на гитаре играешь. Вот. Вау, прикольно. Я говорю, я тоже хотела научиться, когда ты на гитаре играешь. Блин, вчера а, только... вообще, ты не скигунь, просто офигенно. Вот, но я ее вчера только начал учить. А вот это не знаешь песню? Я слышал, но ее не буду сейчас. Я слышала, но я не понимаю. Привет, нормально ты? Нормально, нормально. Я тоже нормально. Что ты делаешь? Лежишь, а я думаю, ты сидишь. Интересно, с какого ты города? Казани. Круто. А ты? Я из Москвы. Как я играю? Хорошо, что-то знакомое было. Еще у меня носки. Хочешь, покажу, какие носки я купил? Смотри, вот такие вот. Нормальные? Класс. С бургерами, да. С бургерами. Так, что еще, что еще, что еще? С какого ты города? С Казани, я сговорила. Вспомнил. А я знаешь откуда? Из Москвы. А, я уже говорил? Что вы там делаете? Ничего, сидим. Понял, понял. Из какого города? С Москвы. Что у тебя? Откуда, с Москвы? Чего в жопе у тебя? Почему пока? Я могу еще на гитарке сыграть. Вот. Ты с какой станции? А я знаю, я даже выступал у вас на Дубровке. Знаете, у вас есть там клуб Гластонбери, знаете такой? Да, я в вашей Дубровке бывал, ну, раз пять, наверное. Раз пять я выступал в этом Гластонбери вашем. Есть же там такой клуб у вас, правильно? Знаете? Я не знаю. Да ладно, это на Дубровке у вас. Чё? Там минут 10 идти от станции. Я не знаю, что по клубам. Что-то очень знакомое.
что-то вот максимально знакомое, но без понятия, что это. На тест фильма «Один плюс один» не смотрел? Точно! Друзья, хочу порекомендовать классный канал «Алигид», где автор с душой и без лишней воды делится опытом о покупках различных гаджетов с AliExpress. Можете перейти, посмотреть и подписаться по ссылке в описании. Скучно. Да-да, скучно вам, да? Да-да. Так, что, давайте вам буду сейчас на гитаре, наверное, играть. Давайте. Давайте, какую вам песню сыграть? Батарейку, пожалуйста. Батарейка. Ой, спасибо. Круто, грация. Но это была не батарейка, да, если вы заметили? Да. Вот, правильно вы угадали. Я жду музыки! Запахло красотой. Книга без переплета пишется книга. Буду читать о потере фазы до сдвига. Зубах до шата, как ни странно, не тига. А ты полетит быстрее мига. А знаешь, как в телеке раньше вот эти новости, там реклама шла снизу буковки, у меня тут такая же подключена. А зачем она тебе нужна? Я когда не знаю, что говорить, сюда подсматриваю и пи***. Дал батарейку. Так, батарейка. Сейчас вам батарейку сыграю. Я вот сегодня с пацанами хотел пойти чисто так, ну чуть-чуть пиво бухнуть, да, ну посидеть нормально так, чисто по-дружески. Во, они, мы хотели, короче, пойти в КБ, просто взять там пиво, еще что-нибудь закусить и посидеть. А эти привередливые, они что-то хотят суши еще поесть. Я им говорю, идите, давайте просто выпьем. Что лучше, вот по твоему мнению? Я бы поел суши. Ты меня раскрыл очень сильно. Необычно. Да. Вот, да, необычно, да. О, гитарист. По-моему, ты мне попадался когда-то. По-моему, да. Я не хочу. Давай, дружище, тебе всего доброго. Как она? Я понимаю, это мелодия. Я под эту песню, наверное, в 11 лет плакала над каким-то грустным видосиком про какого-то котенка, типа, знаешь? Печально? Печально. Почему? Ну, грустная песня. Нормально, вам что надо, веселое что-нибудь такое? Тар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 arar Он поет вот эту песню, знаете? Вот. Играйте, играйте! О, да, вы в школе находитесь?
Нет, мы в больнице. Что вы там? А, в больнице вы, да? Что, в больнице интересно? Да. Как хорошо в больнице? Нет, нас тут пичкают препаратами всякими. А чем вы болеете? Я, кстати, ни разу в больнице не лежал, просто интересно. Она, это, у нас, мы в психиатрической клинике лежим просто. В психиатрической? Серьезно, что ли? Да, нам тут телефон на час только выдают. Поэтому а вас же, вам же вообще телефон не должны, по идее, давать. Ну, ну тут выдают на час. Вот. Типа связь с внешним миром. Нас просто а вообще... чем болеете, чем болеете? А нам не говорят. Что? Нам не говорят. Знают только родители. Угу. Они нас сюда отправили. Скажи правду. Так что, вы серьезно в больнице, что ли? Да. Серьезно психиатрической? Да. Если понравилось видео, то поставь лайк, подпишись на канал и отправь это видео друзьям. Также подписывайся на все мои соцсети: Instagram, TikTok, группа ВК, добавляйся в друзья. И смотри вот эти вот, точнее вот здесь вот новые видео. Или здесь новые видео прошлые мои. Все, всем пока.